Всем здравствуйте! Сегодня стало известно о том, что в пятницу, 6 сентября, в 19 часов у Дворца культуры Малунцева в Омске состоится концерт памяти Юрия Шатунова. На этот день запланированы вокальные, танцевальные и спортивные номера. Также в программе мероприятия викторина и розыгрыш призов. Организатором события выступает фан-клуб артиста «Ангел белых роз». Отметим, что концерт пройдет уже во второй раз. Ранее сообщалось о мероприятии в июне 2024 года. Тогда площадь перед ДК Малунцева украсили портретами Шатунова. Гости во время уличного концерта могли услышать полюбившиеся многим бессмертные хиты. Хедлайнером прошлого концерта был Алексей Гализдра, который исполнил новую композицию. Эту песню Гализдра планировал предложить Юрию Шатунову, но, к сожалению, не успел. Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни в ночь на 23 июня 2022 года от сердечной недостаточности. Артисту было 48 лет. А тем временем на могиле Юрия Шатунова по-прежнему много поклонников и просто гостей столицы. Сияющий на солнце памятник Юрию Васильевичу приковывает взгляды всех, кто проходит мимо монумента легенде. Люди неизменно несут своему кумиру белые розы. Спустя более 2 лет место упокоения знаменитости остается буквально окружено воспетыми Юрием Шатуновым цветами. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!